Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках речь пойдет о шампуне и кондиционере с нони. А нони – это уникальный фрукт, богатый антиоксидантами, полезными минералами и витаминами. Косметика с нони – это то, что нужно для поддержания красоты и здоровья жителей мегаполиса. Шампунь с экстрактом нони бережно очистит волосы по всей длине от загрязнения окружающей среды. Бальзам-кондиционер подарит волосам питание, здоровый блеск и сияние. Регулярное применение бальзама с нони поможет поврежденным волосам восстановить структуру. Используйте шампунь и бальзам с кондиционером нони 2 раза в неделю или чаще при необходимости. Для достижения максимального эффекта после нанесения кондиционера дайте ему впитаться в течение нескольких минут, а затем смойте проточной водой. По возможности старайтесь не отжимать волосы методом скручивания, как полотенце, а просто промокните волосы полотенцем. При необходимости возьмите второе полотенце. Это важно, так как волосы, особенно после химической обработки, становятся хрупкими, а мокрые волосы еще сильнее подвержены повреждениям, чем сухие. Поэтому позвольте своим волосам высохнуть самостоятельно, пускай это и займет несколько лишних минут. Объем шампуня и кондиционера по 360 мл, срок годности 3 года с даты изготовления. Хранятся они в сухом прохладном месте, температура не должна превышать 25 градусов. Это две пластиковые бутылки с откидывающейся крышкой и с дозатором, который находится внутри. Как уже было сказано, объем 360 мл каждый. Шампуни и кондиционеры достаточно концентрированные, поэтому тратятся они в течение достаточно долгого времени. Приятного вам знакомства и хорошего использования данного продукта. Спасибо за внимание. До свидания.